shut up about it. Can we settle down, Кришна. Погоним или что? Да, погнали. Приветствую вас, друзья, на своем канале Серега Кишкобуд. Как вы все знаете, я в Сочи, первый у меня обзор. Друзья, вот гулял по Адлеру, по набережной, увидел название интересное. Просто меня заинтересовало очень сильно. Гады, название такое гады. Думаю, надо продегустировать обязательно этих гадов. 14 разновидностей. Самый дорогой гад стоит 900 рублей. Это щупальца осьминога. Самый дешевый мидии гриль 250 рублей. И еще в Ангале тоже 250. Че, друзья, погоним? Я поехал. Давай. Так что смотрите ролики с начала до конца. Будем заказывать всех гадов. Всех гадов. Можно? Да, всех. 14 штук, я их все съесть хочу. Какие вы хотите попробовать? Ну все. Но дело в том, что не все есть. 14. Щупальца нет. И нет клешни краба. Ежей, все остальное сейчас привезли. Нет также спизы, но надо. До трех нету, да, разновидностей? Четырех. Ну 10 тогда, да, разновидностей? Я не считала. Ну я здесь подсчитал 14. Ну, значит, да. Значит. Ну, всех тогда, которые есть. А как приготовить? У нас здесь есть весовые продукты, минимальная порция 200 грамм. Ну, по 200 грамм тогда. По 200, хорошо. Нифига, по 200 грамм, это 2 килограмма. Я думаю, по 100 грамм. Морепродукты, они дорогие, здесь это денег много уйдет. Зато какой обзор выйдет на гадов? Больше 10 тысяч выйдет, наверное, друзья. Если минимальная порция 200 грамм. Так что придется все съедать. 2 килограмма по-любому. Такие деньги стоит это блюдо. Нельзя выкидывать. Что, вот эта штука лучше? Здесь по набережной вообще такая прелесть, красота.
как в раю. Ходил сегодня полдня, гулял, уже вечер. Закат такой был, да, Серёга? Да, прогуливался вообще. Ну, как тебе вообще здесь, в Сочи? Если вот сравнить с Москвой. Рай, рай. В Москве шумно, воздух не тот. Здесь вообще... Холодно, да? Да, здесь тепло. Плюс 12-14 градусов. Сегодня даже 16 было. Да, вообще тепло. А в Москве снег. Да, снег, зима. Мне кажется, тебе зрители очень сильно завидуют, те, у кого сейчас снег и сугробы. Ну, не надо завидовать, друзья. Я никогда не завидую. Ну, само. Зависть – это плохая штука, как я знаю. Надо всегда радоваться, что имеешь, и все, что. Это овощной салат. Я его оставлю. Ну, салатик – это тема вообще, я считаю, всегда. Витамины, натуральные, все только что нарезали, нашинковали, бац. Да, хотел сись, а надо же, это же морепродукты, это на закуску. Для места хлеба. Сахар? Нет. Сахар вредный. Я сахар, соль не ем, из-за этого не толстею. К сахару тоже люди привыкают, я просто дофига кого знал. Знал? Ну, знаю, блин. С сахаром вообще по 5 ложек чай кидают пить. Там галина сладкая. Но они полненькие из-за этого. Поэтому, ребята, не кидайте сахар, чтобы оставаться в настоящем, а не в прошлом. Да это та же самая зависимость, что и алкоголь, что и сигареты. О, спасибо. Ну, в одной чашке это все блюда, да? Все, да, все здесь. О, и вот здесь. Спасибо. Смотрите, здесь у нас мидии гриль. Это вонголе в тайском соусе. Это арктические креветки гриль. Королевские креветки гриль. Ботаны гриль. Это лангустины. Это запеченный гребешок. Здесь у нас морской еж. К нему подается соевый соус и желток от перепелиного яйца. А здесь также две устрицы. Российская, императорская, и Южная Африка, розовая джоли. К устрицам подается лимончик и винный соус. Можете не использовать ни соус, ни лимон, потому что они самодостаточные, вкусные. Да, сами да, по да, себе. Да, да. Ежа тоже попробуйте сначала без какого-либо соуса, а уже потом, да, да. Если вы в первый раз пробуете, уже потом по вкусу добавляете. Приятного аппетита! Спасибо вам большое! Вот, друзья, смотрите, сколько у меня гадов тут. Сейчас я их буду уничтожать. Даже не знаю, с чего начать. Вот это же не едят, только вот это едят. А он медёк. Вкусно? Да, ел. Банк. В банках? Ну, в банках совсем не то, Серёг, ты чё? А это прямо с аквариума свежий. С аквариума, да. Ну, классно налили, ракушка. Выглядит как какой-то салатик, да? Даже взять не могу. Ложку надо. Жирный. Белка много. Там как будто какой-то сливочный соус, да? Угу. А это вот. Смотри, какая. Это ракушка. Ого, как красиво. Лимончику подарить. С одной ракушкой сделал. Жирная. Что вам скажу? Там еще что-то? Там еще что-то запеченное. Да? Да. Рыба, рыба, рыба какая. Так нет, рыбы же нету. Ну, мидию съем, матную мидию. А я руками ем. Я уже почти всю мидию приговорил. Да нет. Да нет. Ну что, как на вкус, Серег? Ну это не мидию. Это улитка. Это получше, чем в банках, да? Это улитка. Ну, конечно, здесь все свежее. В банках-то химия. Здесь прям с моря ловит. Нам надо здесь еще дичь какую-нибудь самим приготовить на природе. Я думаю, все вполне возможно. Сам повар, сам буду есть. Сам шеф. Ого, какая огромная креветка.
Вот такая маленькая креветка. Королевские. А здесь разные разновидности там. Королевские, еще какие-то. Жесткий микс у тебя. Мне Саня научил их чистить, я их не умел даже чистить раньше. Потому что я в деревне их и не ел, даже не знал, что такое. Ну это да, это такой деликатес, да, который в деревне ты особо не найдешь. Просто и не позволяли финансово. А мне, кажется, полезные вот эти, вкусные вот эти. В банках как-то брал, не то. Надо самому на море наловить и на костре их пожарить. Вкуснятина. Нравится? Вообще свежая. Прекрасно. Прям с моря, да, они? Почти. Ну, вообще. В магазине их ел, в банках они не то. Вот это вообще. Так что, друзья, советую вас их приготовить прям свежие на гриле или на костре. Ну а что, можно сделать, промариновать, да, как-нибудь по-интересному и самому сделать. Да, как их ловят. И креветки вот эти. Ну, мне кажется, точно не на удочку. Кто-то ловит их, как ловит. Напишите в комментариях, как креветки поймать, кто может знает. Но они еще свежие, не мороженые. В магазине берешь, они мороженые. Сколько раз переморожены, не то. Ну да, уже разморозишь, они уже все серые будут. Да. Вот мы с Аней 8 килограмм взяли креветок, да, разморозили, сварили, получилось их 5 килограмм, 3 килограмма льда. Чистить мне их не нравится. Салатика, да, правильно, правильно. Ну, вот так вот, друзья, начинается морская серия роликов у Сереги Кишкобуда. Он теперь моряк. Да, вообще прекрасно. Как будто и не убавляется ничего. Креветок много. Ничего, я их в молодости по 3 килограмма съедал. В каком году-то? 18-й год – это твоя молодость? 18-й, да. 3 года назад. Тут что-то меня ожидает, что друзья. У тебя уже интрига, да? Что же там под этими креветочками прячется? Прикинь, там еще такой же слой креветок. Вот эта королевская креветочка, наверное, да? Жесть, какая она мощная. Недаром они дорогие такие креветки. Яйкут. Нормально. Да как нормально? Я бы сказал, мощно. Белковая атака. Да, поел. Поплыл домой. Креветки. Усталые креветки есть. Какие больше всего понравились? Чищенные, потому что чистить их не надо. А королевские, смотри, они какие огромные. Ну, королевские тоже. Или они вообще по вкусу не отличаются между собой? Калории маленькие, большие только. Ну, то есть чисто в весе, да, разница? Да, вкус один и тот же, жирный. Вкус жирный. Ну. Ну вот на визуал, мне кажется, королевские самые такие прям выглядят очень круто. Ну, маленькие, зато вкусные, не прожаренные. Короче, зачет чищенным, да? Да. Ну, не поработаешь, не поешь, почистишь. Нет. Все верно. Сок бежит. Считаю, уже почти килограмм креветок только съел. 800 грамм с 4 видов. Сытные гады. Много где уже креветки поел. Здесь свежие вообще. Но мне кажется, даже и сравнивать не стоит, потому что тут море, побережье, тут реально. Они вот-вот выловлены были и сразу приготовлены. В Москву-то... Пока доеду. Да. Здесь свежок. А что, вот в натуре как гады вот эти. Такие страшные, как и здесь. Это сорт другой, да? А вкус-то один и тот же. Ну все, 3 последних осталось. Ну я уже устал уже чистить. Яичь устал очистить. Наелся по чуть-чуть? Жирную много наелся. Мне все интересно, что там под бумагой. Я думаю, зрителям тоже очень интересно, что же там скрывается под этой бумагой. Наконец-то, креветки. С креветками покончено. Вот такая гора. Интрига, интрига у меня. Сейчас буду вот ешь там и устрица, да? Серега какой интригант, не хочет пока все карты раскрывать. Сказал, после того, как съем устрицу, покажу, что у меня находится там. Дабы ее убрать. Все, устрица. Здесь что-то внутри еще, да? Нет, все. А тут... Это подставка, чтобы складывать морепродукты. Я больше ничего нет. Заинтересовал, я думаю, там еще что-то есть. Елки-палки обломали. Я даже что-то не наелся.
Надо было подставку съесть, Серега. Елки-палки. Так еще обвернули там, бля. Серега решил все натурально съесть. Без соусов, без добавок. И вот в дело пошел морской еж. Холонить. Тут ежи-то, кого тут есть-то? Поди, бабок стоит таких больших. Почему это прикол? Лимончик. Что-то даже не понял. Вот тут дышка с лимоном только и все. Так можно и просто лимон поесть тогда. Без морского ежа. Ну, блин. И все. А что там? В чем он там прикол-то? Лед. Прикола не понял. О. Давай, Серег, смотри. Это русская, наша российская устрица. Это вот, российская? Да, вот которая большая российская, а которая маленькая, вот эта рядышком. Импортная. Импортная, да. Она дороже стоит. Вот давай сейчас сравни, чья вкуснее, наша или импортная. Оп. Ну, выглядит мощнее, да. Я хочу одну такую же. Устрицы, говорит, Саня, сынку много. Импортный, вот, ложечка, все. Ну что, батя, есть какая-нибудь разница? Ну, маленько вкус. Импортный какой-то другой вкус. Наша просто больше. Ну, а вкуснее какая? Ну, это пожирнее. Ну, вот лично тебе, которая больше понравилась? Конечно, российская наша. Цена наша нравится. Я лимон, друзья, еще не наелся. Хоть лед съешь. Холодно. Ну что, Серег, ты вот съел целый чан морепродуктов, морских гадов. Что тебе больше всего понравилось? Креветки. Королевские. Потому что знакомый вкус. Только поэтому? А знаете, что больше всего не понравилось? Цена. 8-170. Это кухня? У вас... Ага. Все? И бар 390. Чай. Да. Спасибо вам большое. Здоровья. Надеюсь, все понравилось. Да. Все отлично, на гриле вообще нормально. За всех гадов вышло 8-170. 8-170 рублей. И 390 за чаек. Ну что, по кайфу? Ну, морепродукты так-то по кайфу, только цена не по кайфу. Так что пишите, друзья, на что это все ловится. Пойду сам рыбачить, наверное, и буду готовить. Деликатес. Лучше куплю удочку и поймаю эту рыбу. Пишите комментарии обязательно. Открытка всему просто. Да, мы будем читать, прислушиваться к этим комментариям. Батя просто врывается в мир. Да, просто будьте самими собой. Все. Надо всегда быть самим собой. Все. Всем добра. Пока.